критичный человек, поэтому я всегда остаюсь чуть-чуть недоволен. Какие-то огрехи по марке, они все равно присутствуют, потому что живой организм, но я надеюсь, что зрителю они не видны, потому что они не знают, в общем-то, как должно быть, да? В этом есть маленькая хитрость, это премьера. Вот. Но, тем не менее, в общем-то, если так говорить о том, что срослось из задуманного, что сделано, 90% того, что я задумал, в принципе, оно исполнилось. Конечно, мы готовили эту программу, мы ее кое-где уже в городах показали, но так вот масштабно, полностью технически, со всеми взлетающими, вылетающими, со спецэффектами мы показываем впервые. Вот, поэтому команда была максимально сконцентрирована, огромное количество людей принимало участие над созданием этой программы, нереальное количество из разных городов, стран, и хореографы, и костюмеры, и графика, и, в общем, даже не перечислить. Вот поэтому все так сплотились в один момент и сделали, мне кажется, максимум на сегодняшний день. Конечно, если бы, например, мы уже тур провели с этой программой и только финал показывали, возможно, было бы где-то что-то по-другому. Но так как это премьера, свежие ощущения, впечатления, я доволен. Да, я благодарен всем артистам, звездам, которые отложили все свои дела и пришли меня поддержать. Правда, вот прям VIP-ряд, даже несколько рядов VIP было. Вот, я уже получаю смс-ки с благодарностью, говорят, что очень красиво, здорово. Вот, и, в общем-то, спасибо, друзья, коллеги, что пришли. Это важно. Когда смотрят и коллеги тоже, конечно, ответственно, потому что они в индустрии, они понимают многое, там, да. Вот, и поэтому комплименты вдвойне приятно получать. Скажи, пожалуйста, а был ли кто-то, кого ты пригласил, но по каким-то причинам не смогли прийти? Может быть, кто-то из самых... Нюша в последний момент улетела куда-то, вот какой-то концерт у нее образовался, но была мама и папа Нюшины, знаю, кто у меня еще в последний момент... В общем-то, на самом деле, так интересно, но все, кого я приглашал, почти все пришли, всем удалось прийти. Да, папа был тоже. Папа был. Я, к сожалению, не увидел. Я знаю, что он был, но его вот так вот лично не увидел. Но я надеюсь, что ему понравилось. Но пока что смс-ки от него не получил. Надеюсь, получу чуть позже. Может быть, он как обдумывает пока что, что написать. I'm afraid of waking up without you. Maybe I misunderstand. But when I reach inside your heart, I can't feel you anymore. You see my million в сердце, словно ножи. Как дальше жить? Больше тебя нету рядом.